Ханни хандачи баста. Опять. Хан. Мне несут дачу. Неси. Он мне несет вазу. Ханми хандача ваза. Хану Золотой Орды принесли дан за последние 200 лет. Ханми хандача ваза. Это чтобы было проще запомнить. Ясно? Сейчас. Ситуация точно такая же. Партнер в данный момент времени начинает на вас натекать. Вот это поздно что-то ему предлагать. Не резон. Вот это рано что-то предлагать. Партнер, скорее всего, не будет вас брать за руку, если возьмет, то как-то по-другому протащит. Ваша задача в момент, когда он проходит околицу, линию, в которую я могу войти и уже начать его атаковать, спровоцировать его. Опять, провокация, честно, должна быть честная. Не выставление руки, не вот это движение, это не провокация. Вы должны показать, что вы в данный момент времени готовы атаковать партнера. В него должны идти. Сейчас я то же самое. Ай, ханми, ката, ты дори. У вас будет. И еще поработаем и кё. Партнера провалили в него. И спокойствие на тебя стреляли. Еще раз. Партнер натекает. Провокация. Провалили партнера. Здесь плотная фиксация. Спинка ровно. Зафиксировали. Дистанцию разорвали. Постарайтесь не тянуться к нему. Не так. Потому что здесь он с вами будет управлять. Как можно ниже сейчас держим центр тяжести. Провокация. Не поднимаемся до его уровня. Постарайтесь опустить его вниз, не бороться с ним. Рука опять вниз. Не поднимаемся. Вывели из равновесия. Спокойно. Сделали асайз. Чувствуйте партнера. Не ломите его. Не боритесь с ним. Дайте ему упасть туда, куда он хочет упасть. Все то же самое сейчас проходит. То же самое, как и хандача ваза. Теперь давайте разберем нюансы. Значит, что я в принципе хочу от вас сейчас увидеть? Давай вот так, диагональ, вставай. Вот так, Саша. Опять, не так. Первое. Провокация. Теперь смотрите, не боремся с партнером, не пытаемся отсюда сделать технику. Постарайтесь подхватить поток партнера, уйти с линии атаки, пропустить партнера, войти в партнера. А вот теперь смотрите, интересно. Если в этот момент времени партнер очень глубоко втек в вас, и вам некуда уже сюда шагать, потому что здесь партнер валит на вас первым, то не надо сейчас пытаться поднять его вес до линии, Саша. Поднять его вес на себя и все равно поставить сюда ногу. Когда почувствуете, что партнер очень близко на вас, то дайте ему упасть просто. Вытащите его. Не боритесь с партнером. Вот если партнер... Если партнер в этой ситуации уходит далеко, смотрите, вот он разорвал дистанцию, тогда нет смысла, нет смысла его натягивать на себя. Ваша задача шагнуть партнера и потом уже делать асай. Вот сейчас эти два момента давайте отыграем. Первый момент, когда партнер натекает очень плотно, вот он практически на вас уже, не надо сейчас пытаться продавливать идти туда. Дайте партнеру упасть туда, куда он хочет упасть. И второй момент, когда партнер после выполнения входа разрывает дистанцию. Отсюда, в принципе, может быть не канонический вход, вы атакуете партнера. Но сейчас идете очень плотно, нога к ноге. Выводите из равновесия. И доделываете асай. С партнером не бороться. Дайте себе подвигаться. Почувствуйте движение.